Один человек погиб, еще 8 пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия в центре Алматы. Авария произошла на пересечении улиц Желтуксан и Айтекеби. По словам очевидцев, водитель немецкого авто на большой скорости выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двумя автомашинами. В итоге пассажиров госпитализировали с различными травмами.